О дальнейшем развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере говорил Нурсултан Назарбаев и во время отдельной встречи с руководителями международных нефтегазовых компаний. В Атырау на встречу с главой государства приехали президенты компании «Эксинмобил», «Тоталь», исполнительный директор «Шелл» и главный директор по разведке и добыче «Эни». Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что правительство Казахстана и Совет иностранных инвесторов готовы рассмотреть все предложения о расширении сотрудничества. На встрече не обошлось и без сюрпризов. Инвесторы оригинально поздравили Нурсултана Назарбаева с 25-летием независимости. Президенту Казахстана вручили 25 тысяч луковиц тюльпанов. 8 тысяч из них сорта «Назарбаев», выведены голландскими цветоводами. Еще 7 тысяч в этом презенте луковиц тюльпанов сорта «Казахстан» и 10 тысяч голландские тюльпаны. Подарок президенту преподнес глава компании Royal Dutch Shell. Отмечу, Shell – четвертая по величине активов производственная компания в мире и один из крупнейших инвесторов в Казахстане. Это особый день, еще и потому, что он предшествует такой дате, как 25-летие независимости Казахстана. Когда я в первый раз встречался с президентом, тогда мы ему представили новый сорт тюльпанов «Назарбаев». В качестве знака уважения и симпатии между нашими нациями, в этот раз я привез с собой 25 тысяч луковиц тюльпанов, которые будут посажены в Астане.